Сегодня праздник у ребят. Свои двери для юных жителей городского поселения Свердловске открывает новый корпус детского сада «Солнышко». На торжественной церемонии детишек с родителями немало. В новом микрорайоне Лукино-Варино детский сад ожидали с нетерпением. И мне хочется пожелать этому детскому саду, чтобы кроме хороших, красивых стен, замечательного оборудования, в нем всегда царило тепло, добро, уют и счастье. Спасибо всему руководству Щелковского района. Действительно, программа на сегодня практически выполнена, когда все дети от 3 до 7 лет будут иметь возможность посещать детские сады, а их родители работать. Новое здание будет работать в качестве второго корпуса уже существующего учреждения – детского сада номер 42. Будущих воспитанников садика уже ожидает все необходимое – уютные группы, просторные музыкальные и спортивные залы, общепит с самым современным оборудованием, медицинский пункт с карантинным блоком. Однако главным подарком для юных жителей Свердловского, конечно же, станет бассейн. Рядом с ним еще одно приятное новшество – комната для приема кислородных коктейлей. Построен детский сад по индивидуальному проекту в рамках инвестиционного контракта с группой компаний Су-22. Вам маленькие, вот наш подарок, пожалуйста, знакомьтесь, вы как бы обустраиваетесь. Поздравляю с открытием детского сада. Особую благодарность мне хочется выразить это председателю совета директоров Илюшкину Игорю Николаевичу за его помощь, поддержку, понимание, за благоустройство нашего детского сада, за оснащение его всем необходимым оборудованием. Новый садик – также большой шаг для развития социальной инфраструктуры поселения. Особенно это актуально для нового, быстро развивающегося микрорайона. В январе сюда придут 286 ребят. Очередь в учреждение дошкольного образования существенно сократится. С вводом этого детского садика в эксплуатацию очередь детей от 3 до 7 лет будет ликвидирована. Мало того, жителям микрорайона Лукино-Варино повезет, и дети с 2 до 3 лет тоже будут посещать образовательное учреждение. Родителям новый детский сад также пришелся по сердцу. Некоторые даже подумывают о переводе детей из старого корпуса. Мы сейчас ходим в садик «Солнышко», а со следующего года мы пойдем в данный садик, потому что нам очень удобно по местоположению данного садика. И, в принципе, нас прельщает и очень нравится то, что будет бассейн, будет кабинет кислородных коктейлей, очень хорошая безопасность. Безопасность в новом садике действительно на высоте. Система включает не только традиционный пункт охраны, но и видеодомофон в каждой группе. Также садик уже полностью укомплектован кадрами. Так что после новогодних праздников ребят здесь будут ждать заботливые воспитатели. Дяди, тети, вам спасибо. Мы сегодня говорим. Детский садик, «Солнышко». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».